На шоу «Холостяк» 11 сезон пришла бывшая супруга экс-главы офиса президента Андрея Богдана, Анна Богдан. Девушка рассказала, что с бывшим мужем они поженились спустя 3 месяца после их знакомства. Известно, что до 2019 года Андрей Богдан был женат на Ольге, с которой воспитывал 4 дочерей – Викторию, Анастасию, Екатерину и Софию. Анна работает в сфере туризма, а также была моделью. В соцсетях Анна Богдан зарегистрирована под фамилией Старожук. Также известно, что в 2015 году она получила степень магистра, окончив Национальный университет пищевых технологий. Сейчас же девушка работает менеджером по туризму, а в ее соцсетях можно найти очень много фотографий из разных стран, начиная с Таиланда и заканчивая Кипром. Также во время учебы Анна занималась модельным бизнесом. На ее страничках можно найти фото на подиумах Украинской недели моды. На инстаграм-страничке шоу «Холостяк» в комментариях стали активно обсуждать Анну. И некоторые пользователи отметили, что хотят видеть в шоу обычных участниц из простых семей. И на один из таких комментариев ответила, по всей видимости, знакомая Анны, которая отметила, что бывшая супруга Андрея Богдана – хорошая девушка из простой семьи. Анюта очень красивая и хорошая девочка. И, кстати, из обычной семьи. Для того, чтобы судить, нужно знать историю человека. А за экраном все очень умные, написала одна из подписчиц. А на этом все. Услышимся!